Всем привет! В этом видео я покажу, как создать и выложить видео в TikTok, как снимать, как добавлять различные эффекты и как его удалить. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Социальная сеть TikTok позволяет создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Отличительная особенность – возможность выложить только видеопост. Эта социальная сеть на данный момент популярна в основном у подростков, но с каждым днем начинает набирать популярность и у более старшей аудитории. Все больше людей начинают им пользоваться, снимая различные смешные видеоролики. Если вы только зарегистрировались в этом сервисе, то наверняка у вас возник вопрос, как снять и выложить видео, а также как его отредактировать, добавить интересные эффекты и так далее. Далее в видео мы детально разберем все эти вопросы. Итак, начнем. Сразу же после регистрации перед вами откроется основной экран программы, в котором вы сможете посмотреть различные веселые и интересные клипы. Как же начать снимать видео в TikTok? Здесь все очень просто. Для создания видео нужно открыть приложение на своем мобильном устройстве и зайти в аккаунт. Перед тем, как снимать клипы в TikTok, необходимо зарегистрироваться в этой социальной сети или же выполнить вход через ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и так далее. Затем внизу экрана в основном меню выбрать кнопку «Записать», которая обозначена в виде плюса, после чего откроется меню для создания клипа. Для начала записи клипа с музыкой необходимо выбрать звуковую дорожку, кнопка вверху. Можно выбрать из рекомендуемых, где представлена огромная библиотека различных композиций. Выбираем подходящую композицию и жмем по отметке рядом с ней. На следующем этапе вы можете установить скорость видео и добавить эффекты. Они доступны в правом меню. Первый значок круга со стрелками – это смена камеры на фронтальную и наоборот. Стрелка с надписью OFF позволяет выбрать скорость записи. Звездочка на палочке отключает-включает эффект красоты. Эффект красоты убирает морщины, настраивает фон и так далее. Разноцветные шары – это меню выбора оттенка. Также оттенок можно менять движением пальца по экрану влево и вправо. Таймер с цифрой 3 – установка таймера перед началом съемки. Значок мелодии, который появляется только если добавлена звуковая дорожка, позволяет выбрать для воспроизведения только какой-то определенный отрезок песни. Вспышка, включение-отключение вспышки при съемке. Чтобы изменить масштаб клипа, нужно потянуть вверх значок видеокамеры. Эта функция в прямом эфире недоступна. Музыкальные видеозаписи до 15 секунд можно делить на отрезки, что придает клипу еще большей динамичности. Для съемки в TikTok по частям нажмите клавишу съемки, и если клавишу отпустить, запись встанет на паузу. В это время можно настроить фильтры, сменить музыку и так далее. Для продолжения съемки нужно лишь повторно нажать на клавишу. При съемке есть некоторые ограничения. Максимальная длительность видеоролика 15 секунд. Основатель этой сети решил, что таких временных ограничений вполне достаточно, чтобы снять забавный ролик и не слишком утомить пользователя, который его смотрит. Все же пользователи могут записать и длинный ролик, если не использовать звуковую дорожку. Максимальная длительность видео в таком случае составляет 60 секунд, то есть 1 минуту. Чтобы снимать 60 секунд, нужно выбрать этот вариант записи здесь внизу. Но как только вы добавите звуковую дорожку, сразу же активируется ограничение времени до 15 секунд. Помимо 15 и 60 секунд есть третий пункт – темы. Выбрав его, вы сможете создать клип на основе ваших фотографий. Выберите подходящее фото и нажмите ОК. После на экране вы видите готовый клип. Как я уже говорил ранее, в TikTok стоит ограничение 15 секунд на записываемые ролики со звуком.
и обойти его нельзя, но можно выложить видео, снятое обычной камерой и сохраненное в памяти телефона. Для этого снимаем или загружаем готовое видео на телефон. И в процессе создания ролика жмем «Загрузить» и выбираем нужное видео из списка. Редактируем, добавляем спецэффекты и жмем «Далее». На этом этапе нужно кратко описать ваше видео в TikTok, поставить хэштеги и пригласить к просмотру, если требуется, друзей. Выбрать обложку, указать аудиторию, которая может просматривать данный ролик, подписчики, друзья или приватные. Эти правки в будущем помогут вам быстро и навсегда удалить видео с TikTok, включить комментарии, включить или выключить дуэт-реакцию. Эта опция позволяет создать ролик на 15 или 60 секунд с любым тиктокером. Получается веселое совместное видео, синхронизированное с любым звуком. Как только вы закончили обработку клипа, можно приступать к публикации или же сохранить его в черновиках. Ролики в TikTok различают по двум типам – публичные клипы и приватные. Публичное видео загружается на сервера владельца приложения и остается там. Пользователь может удалить программу со своего гаджета или ПК, но все работы будут в открытом доступе. Это до того момента, пока учетную запись не изменят на частную. Доступ к просмотру роликов будут иметь только ваши фанаты. Приватные клипы остаются недоступными для всей массы пользователей, пока вы не измените статус аккаунта на публичный. Это делается в целях конфиденциальности. Тогда у вас появятся просмотры и фанаты, у которых возможностей больше, чем у обычного гостя. Статус видео можно изменить в любой удобный момент. Для этого зайдите в свой профиль, откройте настройки и конфиденциальность, приватный аккаунт и переместите ползунок в нужное положение, включено или выключено. Частый вопрос у начинающих пользователей сети, что делать, если ролик не получился. Можно ли удалить свое видео из приложения TikTok? Удалить видео можно, и это еще проще, чем снимать. Откройте приложение, войдите в свой аккаунт и откройте альбом снятых видео. Выберите клип для удаления, нажмите на него для просмотра и в режиме просмотра нажмите три белые точки. В выпадающем меню выберите иконку «Видеть мусорного бака» и подтвердите удаление. В случаях, когда вы не указали приватный статус клипов до публикации, ваша удаленная работа будет доступна только подписчикам и фанатам. Чтобы и они не смогли видеть удаленные ролики, потребуется полное удаление аккаунта. Для этого в правом нижнем углу нажмите на иконку «Видеть человечка» – это ваш профиль. Справа вверху нажмите на три точки, выберите «Мой аккаунт» и далее внизу «Удалить аккаунт». Откроется окно, где нужно будет ввести код подтверждения из отправленного смс на ваш телефон. Нажимаем «Продолжить» и подтверждаем удаление аккаунта. Для сохранения пустого аккаунта отпишитесь от всех имеющихся подписчиков и тех, на кого вы подписаны. Затем перейдите в раздел «Конфиденциальность» и измените видимость на приватный аккаунт. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.